Фехтовальщики из Подмосковья зарекомендовали себя на мировой арене как превосходные мастера клинка. Будь то чемпионат Европы, мира или Олимпиада, члены сборной России редко оставались без медалей. В этом году в Токио выступали химкинские шпажисты Юлия Личагина и Сергей Ходос. Чтобы определить дальнейший курс развития, в городском округе состоялась конференция Федерации фехтования Московской области. На повестке было несколько вопросов. Один из них – выдвижение Ильгара Мамедова на должность президента Общероссийской Федерации фехтования. Президент Подмосковной Федерации фехтования Дмитрий Волошин поддержал кандидатуру спортсмена. Уже около 10 лет под его руководством российские фехтовальщики триумфально выступают на чемпионатах мира и Европы, выигрывают общекомандные зачеты на Олимпийских играх. И стоит отметить, что подмосковные спортсмены, насколько я знаю, на последних двух Олимпиадах входили в состав сборной России и совокупно завоевали 3 золотые и 1 серебряные награды. Ильгар Мамедов, в свою очередь, поздравил Дмитрия Волошина с переизбранием на пост главы округа. Спасибо за теплые слова, Дмитрий Владимирович. Мы, в свою очередь, хотим поздравить вас в данный момент не как президента Федерации фехтования Московской области, как главу городского округа Химки с новым переизбранием. Также на конференции выбрали и нового тренера Федерации фехтования Московской области. Участники единогласно проголосовали за кандидатуру Вячеслава Овчарова, мастера спорта по фехтованию на рапирах. Он уже возглавлял тренерский штаб сборной Алтайского края. Предыдущим главным тренером мы сейчас проведем эту работу с целью погружения меня, так сказать, вот, во все проблемы. Уже потом, скорее всего, будем выстраивать планы. Сейчас мне трудно это сказать. Хотя знаком я и с тренерским составом области довольно-таки давно, но всю проблематику, чтобы понять, нужно, конечно, больше пообщаться, поэтому для меня это первоочередная задача. Сейчас начинается новый цикл подготовки к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, где наши спортсмены вновь рассчитывают занять самые высокие места. We'll be right back.